«Крупный план». В эфире программа «Крупный план». У микрофона работает Светлана Занько. И в центре внимания сегодня дома нового поколения. Как современные технологии позволяют получить абсолютный комфорт в центре города? Мы говорим сегодня на эту тему с генеральным директором девелоперской компании «Железная» Юрием Захаровым. Юрий Анатольевич, добрый день. Добрый день. Итак, сконцентрируемся именно на домах, которые находятся в центре города. Я посмотрела эти дома на улице Тургенева, Калинина и Ломоносова. И мне показалось, что когда вы выбирали локации для этих строений, вы ориентировались на близость к большим зеленым массивам, именно паркам. Так ли это? Или какие-то другие еще мотивы есть у застройщика, когда он осуществляет вот такую застройку в центре города? Ну, на самом деле, в городе достаточно мало локаций, где есть возможность приобрести свободную для застройки площадку. Поэтому в каком-то смысле это стечение обстоятельств. Хотя, конечно, компания, когда выбирает земельные участки, она принимает решение о локации, исходя из тех оценочных критериев, которые у нас есть. Безусловно, наличие рядом зеленых зон было одним из ключевых критериев, по которому мы эти площадки выбирали. Поэтому во всех проектах точной застройки рядом с нашими объектами есть парки либо скверы. Причем большие парки, потому что если мы говорим о домах, которые находятся на Тургенева и на Калинина, то это парк имени Кирова у филармонии и парк, который находится у Дворца пионеров «Мемориал», и где вы будете достраивать новый современный фитнес-центр «Терраспорт». Дом, который находится на Ломоносова, совсем недалеко от Парка Победы. А дом, который строится на Крине, кстати, наши слушатели с этим домом уже знакомы, потому что здесь, в этой студии мы обсуждали застройку на Крине, там будет и детский сад, находится совсем недалеко от Вятки, там большая набережная. Итак, в каких районах предпочтительнее для застройщика производить свою работу? В центре города, где есть вроде бы уже все коммуникации, но довольно плотная застройка, или вам интереснее развивать новые микрорайоны, расширяя территорию города? Ну, в каждом формате есть свои плюсы и минусы. Нам, конечно, более нравятся проекты комплексного освоения, потому что там есть достаточно большие возможности для реализации различных решений застройщика. Прежде всего, конечно, благоустройство территории, создание новой среды для жизни. Вот. Но мы какое-то время назад увидели, общаясь с нашими клиентами, что очень много наших потенциальных клиентов ожидают жилье от Железного в центральной части города. Но для них это принципиально, для кого-то это связь с работой, для кого-то какая-то малая родина, вот они не хотят сюда уезжать, поэтому мы решили сделать городской формат жилья именно в формате локальной застройки. Вот, и приобрели несколько земельных участков, на которых реализуем эти проекты. И задумываясь о том, чем мы можем удивить, что можем предложить нового в формате точной застройки, вот родился такой подход, что мы должны дать дома нового поколения. То есть мы провели достаточно большую предварительную работу, отбирая те технологии, которые мы хотим реализовать в этих объектах городской центральной локации. Какие принципы вы заложили вот в само понятие дома нового поколения? Основной принцип – то, что он должен соответствовать духу времени. На сегодняшний момент мы видим, что технологии жилищного строительства практически не изменились. Уже более там 100 лет на гора выдается достаточно примитивный и простой продукт, связанный с некой квадратурой, кубометрами жилыми, которые подаются как квадраты. Стоимость квадрата является определяющей при выборе квартиры. На наш взгляд, это, конечно, достаточно утопично и совершенно несовременно. То есть то, как мы видим, развиваются другие рынки, ну, не знаю, мы часто приводим в сравнение рынок автомобильный, где технологии за 100 лет просто колоссально шагнули вперед, и видим рынок домостроения, где технологии не меняются десятилетиями. Вот мы решили поменять этот тренд и сделать наши дома инновационными, назовем так, интерактивными, и внедрили там достаточно много новых новаций, прежде всего связанных с IT-технологиями. Давайте с них и начнем, потому что даже управление своей квартирой и там, своим подъездом и своим домом теперь доступно вашим жильцам с обычного мобильного приложения. Да, мы долго шли к этому, и сейчас мы с гордостью говорим, что у нас есть собственное мобильное приложение, которая будет доступна всем покупателям квартир в новых домах от компании «Железно». Это мобильное приложение, оно брендировано, называется «Мажордом».
в котором есть очень много функций, которые ранее были недоступны. Ну, если по порядку, если позволите, я расскажу да, обо всех из них. Прежде всего, это функция общения с управляющей компанией. Вот очень много, мы знаем, проблем, негатива, нервов тратится жителями многоквартирных домов на то, чтобы решать свои вопросы, связанные с коммунальным обслуживанием. Поэтому мы решили это изменить в корне. Сейчас с мобильного приложения мы можем иметь онлайн-связь в любое время дня и ночи с управляющей компанией. Вот это сообщение сразу же приходит непосредственно в офис управляющей компании и также посредством там, электронной почты распределяется среди всех ответственных сотрудников. То есть вы точно можете знать, что ваше сообщение не останется без ответа, потому что директор на контроле, держит все сообщения от жильцов. Это первое. Второе. В это мобильное приложение интегрирована система безопасности. Если вы знаете, во всех наших проектах достаточно широко реализована система видеонаблюдения. Прежде всего, за общественными территориями. То есть входы в подъезд, детские площадки, спортивные площадки, парковочные зоны. Все они находятся под видеонаблюдением. И жители будут иметь доступ к любой из этих камер, зайдя в это мобильное приложение. Идем дальше. Управление доступом. Те дворы, которые либо имеют шлагбаум, либо имеют какую-то в будущем огороженную территорию, вы можете управлять открытием-закрытием входов через мобильное приложение. То есть к вам пришли гости, вы можете открыть шлагбаум для гостевого доступа на парковочное место внутри проекта. Вот, можете в будущем делать то же самое, заранее забивая номер автомобиля гостя. И наша камера считывает номер автомобиля, открывает автоматически шлагбаум. Это такие опции, которые нас удивляют, но которые уже в мировой практике стали некой обыденностью для большинства жителей развитых стран. Это абсолютная новинка для Кирова. Ну, в каком-то смысле, да. Вот. Технология активно развивается, и действительно мы с удивлением видим, что, опять же, домостроение не внедряется очень медленно. Вот. Дальше, что касается мобильного приложения, мы реализовали функцию чатов, то есть жители могут общаться между собой, создавать какие-то группы по интересам, либо находить друг друга, опять же, можно идентифицировать соседа по номеру квартиры, не обязательно знать его имя, отчество, для того, чтобы к нему обратиться. Поэтому таким образом мы еще теснее, на наш взгляд, решим вопрос коммуникации внутри этого сообщества. Что очень важно, конечно, потому что в современном мире объединяют нас разные вещи, в том числе, например, сейчас благоустройство дворов и городов, потому что только с учетом мнения граждан можно получить деньги на такое благоустройство. Мы говорим о комфортной городской среде и даже безопасных, качественных дорогах, если мы об этом заговорили. И соседские сообщества получают таким образом в руки и деньги, и перспективы, если они умеют объединяться и для себя выбирать необходимый проект. Ну вот вы уже заговорили об общении с управляющей компанией. Я знаю, что компания «Железно» практикует передачу своих домов после застройки своей же управляющей компании. Почему вы это сделали и каких принципов придерживается работа вашей управляющей компании? Ну, сделали мы это с одной исключительной целью, для того, чтобы те идеи и решения, которые связаны с повышением качества жизни, сохранились в этом проекте и были реализованы в том виде, в котором их видел застройщик. И в этом смысле мы понимали, что если мы отдадим это в руки компании с другой философией, мы можем утерять то доброе, ценное, что мы там создаем. Поэтому было принято решение создать свою управляющую компанию, которая придерживается тех же принципов, что и компания «Железно». Это открытость, клиентоориентированность, настроенность на инновации. Вот. И я считаю, что запуск этой управляющей компании, ну, дал нам много возможностей, потому что мы сейчас не просто строим, мы еще и управляем для счастья наших жителей. Очень хороший пример здесь микрорайон Метроград, потому что он уже построен в большей своей части, он заселен, там активно проходят различные мероприятия для жителей этого района, и для пожилых, и для молодых, и для совсем юных. Вы очень много снимаете видеосюжетов, как живет этот микрорайон, и можно посмотреть эти видеосюжеты на сайте и на вашей страничке в Фейсбуке. Ну, мы с вами говорим о домах нового поколения. Еще раз перечислим эти объекты.
те строительства, которых уже ведется. Это железно на Ломоносова, железно на Тургенева, на Калинина и на Крине. Все эти дома можно посмотреть на сайте, официальном сайте компании «Железно». Они очень хорошо разложены, очень подробно, видно это все. Но когда мы говорим о новом поколении, мы говорим не только об электронных там управляющих моделях, мы еще и говорим и о материалах, которые используются при строительстве дома. Я помню, как меня в первый раз поразили вот эти японские эко-теплорегулирующие панели специальные, которые вы в Метрограде использовали для облицовки ваших домов. Они выглядят совершенно естественно, натурально, как будто настоящим камнем облицованы. В новых ваших домах, которые строятся в центре города, вы тоже вовсю применяете новые технологии. Люди, которые, например, даже в многоэтажных домах страдают от протечки крыш, в ваших домах абсолютно будут защищены. Давайте с крышей начнем. Ну, да, с крышами более-менее все понятно. Там просто надо применять качественные материалы и делать акцент на контроле качества производимых работ. Если это все сделано правильно, из качественных материалов, то вероятность протечки, она стремится к нулю. Вот, и на сегодняшний момент в нашей компании не зафиксировано каких-то случаев серьезных протечек кровли. Компании пришлось пройти свой путь, чтобы сделать эти выводы и воспитать своих специалистов. Вы сами их выращивали. Ну, это работают и наши подрядчики, и компании, которые, с которыми мы сотрудничаем. Но на сегодняшний момент мы можем уверенно сказать, что сформировался определенный костяк подрядчиков, которые работают с нашей компанией, которые знают и соблюдают наши стандарты качества. Совершенно верно. Что касается лифтов, это ведь все высотные дома. Да, там тоже будут применяться умные лифты. Но вот я не знаю, приведу пример обычный из жизни, да, особенно когда мы говорим о доме, в котором там больше 10 этажей, там, предположим, 15, 16, 17. Семья садится в лифт на верхнем этаже, то есть лифт под завязку, и она начинает спускаться вниз утро. И на каждом этаже лифт останавливается и позволяет всем поздороваться друг с другом и поехать дальше. То есть и люди в ожидании, и лифт идет еле-еле. В итоге создаются так называемые утренние пробки. Вот. В данной истории этот лифт будет работать по уже системе собственным контроллером, который определяет, нужно останавливаться или не нужно. Если он видит, что лифт уже догружен до максимума, он никогда не будет останавливаться ни на какой лишней остановке, сразу уйдет вниз и будет забирать. Более того, он подстраивается под ритм жильцов и заранее спрогнозирует правильный этаж, на котором ему надо остановиться для ожидания. Это тоже, на самом деле, очень сильно повышает скорость работы лифта. И когда вы будете входить в дом, система «Умный дом» считает, что вы выходите в двери, и лифт заранее отправится на первый этаж. На первый этаж для того, чтобы встретить вас сразу же, а там не оставить вас в ожидании этого лифта на какое-то время. Абсолютно банальные вроде вещи, но они настолько как бы повышают качество, и самое главное, снимают нервные какие-то состояния, которые иногда возникают у нас в быту. И таких вещей достаточно много, о них можно бесконечно много разговаривать. То, что уже придумано, и то, как современные умные технологии позволяют создать максимум комфорта для жителей. Ну вот, может быть, тот вопрос, который я сейчас задам, никак с умными технологиями не связан, но он точно связан с огромным количеством жалоб жильцов новых домов, это звукоизоляция. Звукоизоляция, да. Хороший вопрос. У нас тоже на старте были вопросы, связанные с шумоизоляцией между помещениями. Мы его последовательно решаем, то есть в умных домах будут применяться дополнительные материалы, решения, технологии, которые позволят минимизировать слышимость между этажами и между соседями на одном этаже. Вот это специальные материалы, которые помогают избежать вот этого как раз и вибрационного, и аудиошума. Чаще всего этот шум, на самом деле, проникает в помещение через микрощели, микротрещины. Это когда материалы усыхают, усаживаются, и возникают микро, там, назовем так, поверхности, через которые микроотверстия, через которые шум, особенно аудиальный, очень легко проникает в чужие помещения. То есть задача максимально там, качественно, и самое важное, навсегда изолировать помещения друг от друга. Это новые изоляционные материалы позволяют сделать? Это новые материалы, которые могут дополнительно расширяться при усыхании основного, скажем так, конструктивного материала.
Это программа «Крупный план». Мы говорим сегодня о домах нового поколения от компании «Железная». А сейчас они строятся на улице Ломоносова, Тургенева, Калинина и Крине. У нас в гостях Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железная». Я знаю, что в этих новых ваших домах применяются и умные планировки, и редкие форматы жилья. Что это такое? Расскажите. Ну, умные планировки – это абсолютно такой современный тренд в домостроении. Связан с тем, что действительно у нас прошли, ну, назовем так, сытые годы, когда люди покупали квадратные метры просто, как, не знаю, впрок. То есть, чем больше, тем лучше. А сейчас клиент более требователен и обоснованно требователен к правильной планировке помещения. Никто не хочет переплачивать за кривые длинные коридоры, неудачную функциональную конфигурацию помещения, где невозможно поставить, ну, не знаю, если мы говорим про спальню, невозможно нормально сконфигурировать обычную там двуспальную кровать с тумбочками и с каким-то гардеробом. Что-то не входит, либо ходить неудобно. То есть эти вещи, которые, возможно, даже не заметят на этапе покупки, потом будут достаточно сложно решаемы в процессе эксплуатации. Поэтому нормальный проектировщик сейчас обязан просто сделать помещение так, чтобы в этом помещении на поэтажном плане разместить все необходимые для жизни предметы интерьера и мебели. Поэтому, проектируя санузел, мы размещаем там все, включая стиральные машины. Мы показываем, где она должна стоять, и делаем разводку идеальным образом, чтобы все совпадало. Человеку не приходится тратиться на дизайн-проект, не приходится переделывать черновую отделку. Вы, кстати, в чистовой отделке сдаете свои квартиры? У нас более 60% квартир сдается в чистовой отделке. Это касается наших проектов комплексного освоения. А в центральных частях города мы приняли решение в связи с тем, что это квартиры большего формата и более требовательные клиенты. Более требовательные клиенты обычно выбирают некие индивидуальные решения. Поэтому мы решили за них сделать всю хлопотную работу. Мы делаем там так называемую белую финскую отделку. Когда человек, попадая в помещение, white box. Да, получает абсолютно готовые поверхности для уже дизайна. И условно наклеить обои, либо покрасить стену и уложить сейчас напольное покрытие, это составляет там неделю-две. Он может сам декорировать свое помещение по своему вкусу, опять же, не заморачиваясь грязными, хлопотными, так называемыми мокрыми строительными работами, как штукатурка, шпаклевка. Это все требует определенного операции, самое главное, времени на просушку этих поверхностей. Поэтому самое главное, это требует очень качественной ремонтной бригады, потому что, в общем, если эти работы сделаны некачественно, то любой ремонт тебя не спасет. Да, и самое важное, мы сохраняем, так как у нас это сейчас тоже является неким отличием нашей компании, качественная отделка подъездов, конечно, сильно страдает при производстве работ, ну, назовем так, не совсем ответственными подрядчиками, да. Бывает это часто. Вот поэтому в данной истории, опять же, мы минимизируем эти риски. Мы сейчас рассказываем о домах, которые строятся на улице Ломоносова, Тургенева, Калинина и Крине, компании «Железная». У нас в гостях Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железная». Юрий Анатольевич, мы здесь с вами встречаемся в разных форматах и в разных программах. И я знаю, что и вы лично, и ваша компания очень внимательно относится к благоустройству. Территории, которые прилегают к домам, построенным в центре города, обычно очень маленькие. И сложно там запланировать что-то такое, что можно было бы и детскую площадку там поставить, и достаточное количество парковочных мест. Как вы с этим справляетесь? Ну, да, пришлось поискать разные решения, но одно из таких решений на поверхности, то, что мы в проекте, например, Калинина, мы детскую площадку сделали на паркинге. То есть мы дали дополнительно возможности для реализации и ландшафтного дизайна, и самое главное, мест отдыха как взрослых, так и детей на крыше парковки. Это будет заново созданный, опять же, дизайн, ландшафтный, качественный, современный. И таким образом мы находим место и для размещения машин, и для размещения детских и спортивных площадок. Вот, в том числе у нас появляются большие холлы в домах, где в каждом подъезде, где можно также иметь некую зону ожидания, зону отдыха, где люди могут просто там, в тишине спокойно подождать либо своих домочадцев, либо, ну, не знаю, там, их гости могут подождать хозяев дома. Все это, наверное, стоит очень дорого. Насколько доступны цены в ваших домах?
А цены разные, так как у нас появляются редкие форматы квартир. В этих домах у нас есть квартиры с террасами, есть квартиры с двухуровневой квартиры, есть квартиры с высокими потолками. Мы максимально широко стараемся разнообразить выбор тех квартир, которые имеются у нас в наличии. Мы стараемся делать очень много планировочных решений, чтобы каждая семья подобрала идеальную для себя планировку. Именно по тот состав семьи, именно по те требования, которые они предъявляют к квартире. Когда я говорила про дорогую, про высокую цену, я, конечно, шутила, потому что если достаточно зайти на сайт «Железно» и посмотреть, какие форматы работы с ценой вы предлагаете, точно так же, как у вас есть редкие форматы жилья, умные специальные планировки, также у вас есть индивидуальные форматы оплаты квадратных метров. Да, ну так просто для понимания, цены на дома нового поколения начинаются от 45 рублей за квадратный метр. И это более чем доступно, опять же, включая эта цена в себя все те технологии, которые мы применяем в этих объектах. А это не дешевые и абсолютно, как так, технологии, которые меняют вообще качество этого объекта. Вот просто принципиально качество этих квартир, прежде всего самого дома, будет совершенно другое. Но я знаю, что компания «Железный» собрала буквально в своих пакетах, в предложениях абсолютно все сейчас существующие возможности и технологии, еще раз, по пакету предложений, что касается оплаты, все возможные зачеты, материнских капиталов, рассрочки, низкие процентные ставки и прочее, все у вас здесь есть. Достаточно позвонить менеджеру, а для этого можно зайти на сайт компании «Железно», выбрать дом, квартиру, заказать консультацию, можно съездить, посмотреть на этот объект. И, правда, не знаю, есть ли время подумать, потому что я вижу, что квартиры в ваших домах, они просто на глазах там исчезают и очень хорошо продаются. Почему люди выбирают эти квартиры? Почему компании «Железно» удается продавать свои квартиры буквально на корню? Ну, сейчас мы уже с вами не успеем рассказать, но расскажем об этом в следующих своих программах, где как раз поговорим о выборе. Спасибо. Это была программа «Крупный план». Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно». И мы говорили о новых умных домах на улице Ломоносова, Тургенева, Калинина и Крини, которые строит эта компания. Крупный план.